Привет, Пэкстон. Говорят, в Лондоне локдаун. Мы все сидим в психологической тюрьме одиночества. Как Линда? Она где-то в доме. У вас какие-то проблемы? Все нормально. У нас не просто не все нормально, все ненормально. Линда сказала, что собиралась от меня уйти. Мы сидим вдвоем уже 2 недели. Ты думаешь, я вся такая счастливая? Нет, я не обвинял тебя в том, что ты счастливая. Я не счастливая. Я не работаю. Моя жизнь окончательно потеряла смысл. Пойду за пропитанием. Купи хлеба, молока. Ну и сколько ж у тебя задниц? Иди нахрен. Они все хорошие люди. Их уволили из-за меня. Дело не в коронавирусе, а в том, кто я и чем занимаюсь. Ты хорошо их уволила. Спасибо. Это что, вино? Да. Да, это вино. У нас ЧП. Все крупные магазины промтоваров закрываются. На все про все у нас 4 дня. У нас проблема. У нас в Хэрротс ювелирки на 4 миллиона. И ее надо убрать. Полагаю, тебе мы можем доверять. Ну, конечно. Разумеется, можете. Нужен надежный человек, то есть я. Кто же еще? Что ты забыл в Хэрротс? Бриллиант. Я смотрю на себя и говорю, то было раньше, а это сейчас. Мои начальники очень плохие люди, а мы хорошие. Хорошие лучше плохих. Ты предлагаешь украсть бриллиант за 3 миллиона фунтов? Живи по полной или умри. Хэрротс – самый гламурный магазин во всем мире. Я знаю всех охранников, все системы безопасности. Как зовут джентльмена? Как зовут? Эдгар Аллан По. Эдгар Аллан По? Вообще. Все получится. Начинаем последний забег. Отче наш, сущий на небесах. Обалдеть! Прости нам грех обмана. Сообщение для Эдгара Аллана По. Мистер Эдгар Аллан По, пройдите на пункт охраны. Такого я от нас не ожидала. Я тоже.